Итак, сегодня у нас очень крутой номер. За 2500 Мелитополя. С кондиционером. Только ремонт месяц назад сделали. Так что вот такая вот тема. С офигенным видом. Сегодня, друзья, праздную день рождения. 48 лет. 17 августа, друзья. Вот такой купил желтый полосатик. Классный. И такую рыбку. Вау. Три разных вида пива. И у нас сегодня такой вид. Смотрите, такой офигенный. Блин, прям сюда не выйдешь. Вау. Во. Друзья, такой вид. Блин, ой, на балкон. Сейчас вам покажу. Ёпрста. Вот, ребята, Мелитополь. Фонтан, где только что были. В общем, мы в самом центре. Наша сила, безусловно, в единстве нашего города. Точно. Владимир Владимирович Путин. Во. Вот такой центр, друзья. Номера еще были. Вот стоит красотка, любовница. Почти сделанная. Сейчас буду ее доделывать. Сегодня заказал запчасти. То есть не вчера. Вчера заказал, ребят. Так что в Крыму уже к 21 числу будут все запчасти. И ТО сделаю там. Шаровая. С рычагом. Вот такой у нас сегодня красивый вид, друзья. Мы едем в Крым. И вот сегодня проснулся пораньше. Прогуляться по Мелитополю. Время 6 утра. Солнышко встает. Такая красота. Вот он центр. Сейчас покатаюсь на самокате. Вау. Ребята, всем физкульт привет. 18 августа. Сегодня уже будем в Крыме. Так что потихонечку едем. И мне тут понравилось местечко. Помните парк в городе Маре? Я тоже снимал, здесь прям один в один похожее. Хотя мы в Мелитополе. Тоже очень красиво. Плавают красивые лебеди. Вообще сказочно. Белая, черная лебедь. Вообще, как парк в городе Маре. Кто смотрел мои видео, помните, я снимал. Гуляю, время 7 час утра, народу мало. Правда, кофе нигде не попьешь. Ничего еще не работает. Вот так очень симпатично. Обстановка классная. И все, сегодня уже будем в Крыму, думаю. Так, сегодня 18 число, мы едем в Крым. Выехали из Мелитополя. Нам где-то часика 3 до Крыма. Плюс-минус. Такая вот хорошая дорога. Две полосы. Указателей еще, знаков вообще нет, куда едем. Итак, друзья, такое местечко райское. Всем физкульт привет, ребята. Солнышко. Такое обалденно, еду купаться, друзья. И все. Приехали мы в Крым. Наш номер. Потом попозже покажу, пока друг спит. Вот такая беседочка. Обалденная. О. Номера. Мангальчик. Ребят, 2000 рублей в сутки. Рядом с морем. В общем, сейчас есть самый высокий сезон, ценник нормальный, кондиционер даже есть. Вот, друзья, тут такая дорожка. Такие беседки здесь вот, наверное, видно, йогой занимались. Мы в Крыму, в общем, одним словом. Машины рядом стоят. Мы там повыше поставили машину. Но надеюсь, что колеса местные не проткнут. Вроде парковка общая. Иду купаться первый раз. Все в горах. Как обычно, никуда не дернуться в плане парковок. У нас парковка не входит. Ну ничего, будем крутиться, вертеться. Пока вот на пару дней взяли апартаменты. Отдохнуть после дороги. Из Мелитополя, а точнее Мариуполя. Здесь вот на каждом углу, короче говоря, все сдается. Вот здесь сейчас смотрел, 3000 было. И номер побольше. Там вот подальше за 2000. Ой, за 2. За 3,5 даже. Вот, ребят, видите, на телефону сразу. Ребят, кто хочет, может звонить. Местный номер. Что-то снять. Так что вот такой отдых. Покажу вам сейчас берег красивый. Итак, Ялта, набережные красивые самые. Жара.
Никого нету, все в теньке в основном. И вот мы приехали на такой байк-шоу. Прикольная такая входная группа. Вообще здесь такие маски. Байк-шоу. Прикольные вывески. Машинки такие. Так интересно здесь. И, друзья, сегодня такой замечательный закат. Смотрите. Вообще кайф просто. Вау. Это, друзья, Крым, Севастополь. Вау. Вот люди поднимаются. Это мы с принцессой Дианы. И как оно так называется? Так до конца я не допонял, как вода идет, а? А вот люди поднимаются. Время 8 час вечера, друзья. Закат. И вот отсюда еще круче вид, смотрите. Вообще прям, конечно, открывается вот этот грот. Обалдеть. Вот это рай, смотрите, как классно как купаются. И я пойду тоже купаться. И мы на Черном море в Крыму. Около Севастополя. И вот здесь такой райский пляж. Вода, конечно, вообще просто сказка. Что-то с чем-то. Чистейшая. Вот там грот. Красивый. И вот, друзья, такой заказался чебурек. 155 рублей с бараниной. Так хорошо подают. Стаканчик компотика. Такая вот чебуречная в Севастополе. Итак, друзья, вот такую вот рычаг пришел ко мне. Шаровый. Вот 10800. Вот все масло, фильтры. Воздушный, все. На ТО, в общем, где-то 15 чем-то вышло. Такой рычажок. Ого-го, надеюсь, он подойдет. Такой мощненький. И вот сегодня такие вот вкусные хинкали в Крыму. Такая вкусняшка с соусом. Такие интересные салфеточки. Опа. Оп. Такие влажные. И вот, друзья, старая балка. Мастер сказал, что еще чуть-чуть, и она бы вывалилась от шаровая. Так что я успел поменять. Вот сейчас еду на возрождение. Вот такую штуку я купил, ребят, за 10800. И поменяли мне ее. Кстати, ценник вообще недорогой, 1000 рублей. Такой замены. Всего 4300 вышло.